Привет-привет! С вами Валера Каплан. И сегодня на мастер-классе мы будем создавать цветочный узор. Мы с вами разберем построение модуля, а затем пишем его в окружность. И таким образом у нас получится такой импровизированный цветок. Ну что, вам уже не терпится? Тогда поехали! Для работы нам понадобится бумага. Бумага для печати, офисная. У меня фирмы «Навигатор». Плотностью 80 грамм. Создавать узор я буду ручкой Pilot Parallel Pen 3,8 мм. И буду пользоваться жидкой акварелью фирмы Colline, цветной. У меня желтые оттенки, зеленые, зеленый и такой вот холодный зеленый рисовый. Вы можете использовать также жидкую акварель, можно брать цветную тушь, те материалы, инструмент, который у вас есть и которым вы привыкли работать. Под видео вы можете скачать дополнительные материалы к мастер-классу. Также для создания большего эффекта, подчеркнуть этот цветочный мотив, мы можем использовать цветную бумагу. И, например, если мы возьмем черный плотный картон или бумагу для пастели, узор мы можем сделать в белом цвете. Получится эффект, как будто цветок астры. Или же наоборот, мы можем взять желтые оттенки, оранжевые, и получится у нас цветок подсолнуха. То есть поиграть еще с цветом, и узор еще больше заиграет и будет более интересным. А сейчас приступим к разбору нашего модуля. Бумага у меня, я еще раз повторю, для печати. Я провела две линии, сделала такую линовку. Высота линовки моей 2,5 сантиметра. Инструмент ручка Parallel Pen 3,8 мм. Чернила у меня здесь синего цвета. Продаются наборы для ручки цветными чернилами. Можете тоже использовать для создания градиента. Модуль создан на основе буквы J. Вот мы сейчас и займемся построением буквы. Начинать мы будем с тонкого штриха. Он идет снизу вверх. Мы можем за одно движение сделать такой штрих. Движение идет снизу вверх. Мы также можем сделать паузу, то есть провести тонкий штрих, затем остановиться и сделать горизонтальный штрих. При этом, если у вас будет получаться, делайте небольшие засечки, такие хвостики. Они придадут узору больше декоративность и игру на основаниях штрихов. Следующим этапом это будет вертикальный штрих. Он пишется под наклоном. Мы как бы вводим его в сторону. И третье движение. Ну, это уже получается четвертое. Мы делаем также штрих вертикальный, но еще с большим под большим углом наклоном. А затем у нас будут идти декоративные элементы. Верхний декоративный элемент мы начинаем снизу писать. Ведем, а потом уводим вправо. И делаем резкое движение. Закругляем наш штрих. При этом, когда мы ведем под конец нашего штриха, мы делаем опору на угол инструмента, на угол пера. И нижний декоративный хвостик мы будем писать, развернув лист. Вот от наклонного нижнего штриха. Отсюда. Только я сделаю его отдельно. Мы ставим инструмент также под углом в 45 градусов. Ведем. А затем делаем поворот и при повороте делаем упор на угол пера, на угол инструмента. И получается такой хвостик. И сейчас я соберу наши элементы в один модуль готовый. Веду снизу, затем делаю горизонтальный штрих. Наклонный увожу в сторону и
нижний, как бы замыкаю наш элемент. Затем верхний декоративный хвостик. И нижний. Сама буква J будет выглядеть вот так. Мы здесь просто добавляем соединительный такой длинный штрих. И у нас декоративные элементы. И у нас получается наш модуль. Значит, вначале мы начинаем наше движение снизу вверх. Мы можем сделать за одно движение, можем сделать паузу, а затем добавить горизонтальный штрих. Следующее движение вертикальный под наклоном. Наклон вы можете варьировать и делать самостоятельно, как вам удобно. От наклона будет зависеть вот это внутреннее расстояние. Чем больше мы будем уводить в сторону вертикальный штрих, тем больше будет у нас просвет. Если вы хотите, чтобы узор был такой более воздушным, то раскрывайте вот эти лепестки, такие условные. Если хотите, чтобы их было больше лепестков, то тогда меньше делайте угол тонкого штриха, и наклон вертикального широкого штриха. И следующее движение, третье, это наклонный штрих. Он не параллельный, они наоборот соединяются, встречаются. Такой штрих вертикальный со смещением. Хвостик выходит как бы за базовую линию. Затем идут декоративные элементы. Движение идет снизу вверх. Мы заворачиваем. И последним этапом это нижний декоративный элемент. Хвостик. Также есть еще вертикальные тонкие штрихи с такой острой засечкой. Мы также ведем движение снизу, сверху вниз. И можем сделать такой хвостик. А если мы перевернем лист, то хвостик у нас получится вот такой острый. Здесь я вас также не ограничиваю. Пожалуйста, импровизируйте, создавайте свои элементы. И пробуйте их вписывать в окружность и создавать свои такие интересные узоры. А сейчас приступим к созданию нашего узора. Будем вписывать наш модуль в окружность. И я расскажу, как мы это будем делать. Я уже расчертила окружности. Буду вписывать сразу на окружности, чтобы вы видели, как узоры, элементы заворачиваются. Под видео еще раз говорю, что можете скачать дополнительный материал. Самое основное, то, что нам нужно, это начертить широкую базовую полосу. Высота ее 2,5 см. Под инструмент 3, шириной 3,8 мм. Вы можете также поэкспериментировать с высотой. Учитывайте, что чем шире инструмент, тем шире будет и больше высота вашего элемента. То есть цветок, он будет больше, он будет выше и шире штрихи будут. Не забывайте, если у вас инструмент уже, то, соответственно, высоту мы делаем меньше. Значит, вот самая широкая полоса высотой 2,5 сантиметра. Дальше я сделала отступ где-то 0,5-0,7 сантиметров.
для хвостиков, нижних кусочков, которые выходят за базовую линию. И дальше пометила декоративные элементы, чтобы они у нас были все на одной горизонтали, по окружности шли. И верхняя линия, это также я для себя пометить, чтобы писать верхние декоративные элементы по окружности. Вы, если вы любите, чтобы все было точно, то тогда расчерчивайте, делайте себе пометки. Если вы любите больше импровизацию и какие-то вольности, то не обязательно делать дополнительные круги, вам хватит вот этой широкой полосы. И дальше, следующим этапом, это вспомогательные оси. Они идут через центр. У меня, получается, на каждая ось соответствует каждому модулю. Чем больше осей, тем, естественно, у нас больше будет модулей, меньше будет расстояние, и узор очень-очень будет такой плотный. Вы уже, исходя из своего инструмента, ширины, можете расчертить дополнительные оси. И они помогут вам сохранить наклон и правильно вписать наш модуль. Я буду начинать с центра, с вертикальной оси, так удобнее. И начинаю с тонкого вертикального штриха, веду снизу вверх, а затем плавно перехожу в горизонтальный штрих. Я сначала пропишу базовые элементы, основу, а затем уже приступим к декору. Все элементы идут под углом 40-45 градусов. Затем от каждого наклонного штриха я делаю декоративный наш хвостик. Сейчас нижнее я переворачиваю и делаю нижние хвостики. Они будут у меня небольшие, потому что очень плотно расположены наклонные штрихи. Ну, элементы очень близко расположены, поэтому маленькие будут такие хвостики. Ждем, пока высохнет, и после убираем карандаш. Наш узор готов. Получился такой по-летнему легкий воздушный цветочный узор. Можете экспериментировать с цветом. Можно добиться интересных эффектов, таких 3D-эффектов, используя какие-то элементы сделать темнее, какие-то светлее, и будет очень интересно. Пожалуйста, экспериментируйте. Пробуйте, создавайте свои узоры, делитесь своими работами в социальных сетях, отмечайте нас, ставим лайк, подписываемся на наш канал, жмем колокольчик и до встречи в следующий четверг. Пока-пока!